Форвард Днепра обвинил клуб в подделке контракта. Игрок не может быть заявлен за свой новый клуб. Форвард БК Днепр Владимир Шевченко рассказал о ситуации, которая случилась вокруг его продолжения карьеры. Внимание баскетбольной общественности. Хочу обратиться к вам с ситуацией, которая в принципе не должна происходить в цивилизованном мире. Являясь воспитанником Днепра, в прошлом году я подписал однолетний контракт со своей родной командой. По истечению срока договора я решил попробовать свои силы за рубежом и подписал контракт с литовским клубом «Невежес». Каково же было мое удивление, когда в ответ на запрос об открепительном письме от Днепра пришел поддельный договор, согласно которому я должен еще год оставаться в бывшей команде. При этом клуб не уведомил меня, что существует контракт, и я должен прибыть в расположение команды. Прошу комиссию ВБУ рассмотреть мою тяжелую ситуацию. Через 4 дня старт чемпионата Литвы, но в связи с данной проблемой я не могу быть заявлен на матч, написал Шевченко на своей странице в Facebook. Напомним, что в новом сезоне за БК Днепр сыграет лучший центровой суперлиги Александр Кушниров. По материалам сайта newsgra.com.